Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды быстренько с тобой забираем. В магазин открываем пак. Получаем здесь змейка Вьюна. Так, точно. Берем, идем сюда, забираем награду за выполненное задание. Дальше, по списку, быстренько бежим. Да не буду я сейчас никакие эти ставить. К нейтрализатору, где он у нас, вот он. И быренько с тобой пытаемся найти знаки. Поехали. 12 штук. 12 штук нам нужно, я уже 2 нашел. Так, это уже выполнено. 3. 4. Неплохо идут. 5. Оу. 6. 7. Слушай, наверное, мы сейчас с тобой 8. 9. Так, подожди, 9 10 11. И последний знак 12. Все, ребята, прокачиваем до 3-й ступени. Мутагена хватает? Хватает. Замечательно. Я очень этому рад. Ну что, давай дальше выполнять задание. Так, нам нужно пройти с тобой серию испытаний. Давай-ка по Шурику. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, в пятером пойдем, короче, сейчас запинаем. Кто здесь у нас? Ага, Острозуб, собственной персоной. Ну что же, бро, ты попал. Усаги, ну мог бы две атаки сделать. Ну что ты в самом деле? Давай, Шреддер. Отлично. Ему не надо 20 раз говорить, он знает свое дело. Кусь-кусь. Так, и консервная банка. Не добили. Так, переходим быренько с собой на вторую волну. Так, сегодня, друзья, попытаемся дойти до Лиги Мастеров. Ну, наверное, 3 звезды. Я, конечно, в этом не уверен, что у нас получится, но будем стараться. Во-первых, нужно посмотреть, куда меня сбросили. Если слишком низко, то, наверное, не получится. Если приемлемо, да, то, скорее всего, да. И опять же, я забыл посмотреть откаты, откаты за рекламу, ребята. Я все время вспоминаю только тогда, когда уже захожу в игру и уже начинаю анализировать, что нам нужно сегодня пройти и что для этого понадобится. Естественно, нам понадобятся откаты, которых у меня нету. Ну, могу купить, конечно, за баксы. Могу, тем более у нас долларов почти 1340. В общем, нормуль. Так, забираем здесь твои награды. И поднять уровень персонажа. Вот это вот я сделать как раз-то и не смогу, потому что мутаген весь протратил. Опачки, жетоны, это круто. Жетоны я тоже сегодня пособираю. Так, ну, энергия, может быть, сразу глянуть, а? На начальной стадии. Сколько? А, так у нас уже 16 откатов есть. Слушай, может быть, нам и хватит. Хотя вряд ли. Так, еще сегодня будет у нас испытание. Ну, естественно, девичья сила, ребят. Но фармить я буду все-таки вот этих ребят. Вы уж меня извините, но они мне нужны. Да и Крэнк мне нужен. Твою налево, блин. Что делать-то, а? Блин, почему эти два события вместе идут, а? И вроде бы как бы надо девичью силу проходить, да? Потому что здесь все-таки есть и Кунаичи, и Шинигами. Тоже мне нужны эти персонажи. И там Бибоп и Рокстеди. Ну, эти-то хотя бы в золотом ранге. А Бибоп и Рокстеди, они вообще в серебре копошатся. Поэтому, как бы, если делать приоритет, да, то лучше, конечно, здесь фармить. А когда мы пройдем с тобой усиление Технодрома, там тоже можно будет, по-моему, фармить Бибоп, Рокстеди, Шреддер и сам Крэнк. По-моему, так. Ну, ладно, это все потом. Начнем-ка мы с тобой, наверное, с турнирочки. Лига Сёгунов 3 звезды. Все-таки сбросили, да? Все-таки паршивцы они меня сбросили. Так, 61-62 ранги, как ты видишь. Поэтому, друзья мои, будем наказывать. Наказывать по всей строгости. Вот, смотри, очень большой риск я сейчас сделаю. Почему? Я не уверен в Шреддере, что он на всех повесит постепенный урон. Ясен Перец, он, по-моему, с катки их вырубить не сможет. Хотя проверим давай. Да, зря усомнился, но все равно, ребята, есть риск того, что он может просто не добить или промахнуться, или еще что-нибудь. И тогда полетели бы мои головы здесь. Ну что, наша цель — добраться до мастеров
и оттуда уже до Лиги Мастеров 3 звезды. Это вот сегодняшние такие у меня планы. Суждено им, как говорится, сбыться или нет, покажет время. Давай возьму Армагона. Опять рискую, да? Опять я иду на риск. Ладно, хорошо, давай минимизируем этот риск. Вот так вот. С помощью нейтрализатора 60 уровня. Чисто для подстраховочки. Так, бросаем валун. Вот, вот об этом я и говорил. Армагоша может тоже, ребята, не добить. Так, не понял, у него броня оказывается, да? Ах ты, жук ты несчастный. На тебе. За трещину. Причем мне нравится, когда он погибает, на земле такая клякса остается, да, чернильная. Ну что, а вот мы с тобой... Нет, ребята, забираю обратно слова. Почему-то я был уверен, что мы с тобой 8 ступенек пролетим и окажемся в Лиге Мастеров. Но меня просто кинули сейчас. Понимаешь? Просто взяли и киданули. Офигеть. Так, давай, Супер Шредер, возвращайся. Где-то мои гаврюши-то. Раз, два, три, четыре. Поехали. Так, друзья мои, вы писали в комментариях, где болотная атака 2. Если честно, я вчера парился проходить один уровень. Был связан он с защитой куриц. Да, но в чем там загвоздка? А загвоздка в том, что у меня не хватало патронов пройти этот уровень. То есть заканчивались патроны, там еще целая волна была, и они меня уничтожали. Сегодня я каким-то чудом прошел дядькой волосатым, ну, волосачом, да, со своим гранатометом. Поэтому сегодня будет продолжение свампа так. Не волнуйтесь, я не забросил, просто где-то бывает встряну, не могу долго пройти, и как бы видосики прекращаются на этом. Ну, сейчас все возобновится. Так, я не пойму, они мне не дадут, что ли, 16-23? Скорее всего, вряд ли. Ладно, давай тогда возьмем вот этот вот отряд. Я возвращаю опять Супер Шредера. И, судя по всему, он здесь один довольно даже неплохо справляется. Естественно, риски есть, они были и будут всегда. А тем более, когда с тобой в отряде вот такая вот вата летающая находится, а у них муха, которая может хильнуть. На него в этот раз вообще обожаю, когда он... Тихо-тихо. Упс. Блин, обожаю, когда вот так вот все происходит, что одной... Там, например, суперудара какого-то одного, да, или... Тихо, какого-нибудь мощного скилла хватает для того, чтобы просто уничтожить всех противников. Вот это вот круто. Вот Супер Шредер в этом плане мне и нравится, что он наносит урон. При этом еще вешает постепенку. Причем с таким шансом, с офигенным. Если сравнить с Усаги вместе, да? Усаги, конечно, рядом стоит. Ну что же. Так, двигаемся дальше. Берем с тобой опять же Супер Шредера. Почему, друзья, я беру сейчас в данный момент Супер Шредера? Ну, с ним как-то так. Вот здесь уже есть большая опасность. Потому что мы уже перешли барьер 70-х уровней, и здесь нужно уже брать подстраховку. Все, что выше 70-го уровня, все, ребята, это уже зона опасная. И если ты с собой не возьмешь кого-то на подкрепление, да, на подмогу, то тут уже все, естественно, будет фиаско. Это касалось и Супер Шредера, это касалось и Армагона. Они в соло не тянут. Так, ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Кто-то писал в комментариях: 650 какая-то серия. Рэй, тебе типа не надоело? Это как день сурка, типа одно и то же. Слушайте, мне не надоело. Я уже, наверное, скажу даже проще. Я уже привык к этим черепашкам и прохожу их как бы на одном дыхании. Даже не парюсь по поводу того, что устал я или нет. Нет, никакой усталости нету абсолютно. Чем она может меня напрячь? Вот скажи мне, ничем. Абсолютно. Так, давай, наверное... Блин, да я не знаю, давай, наверное, Ваньку возьмем. Абсолютно ничем она меня не напрягает. 20-30 минут моего времени, ребята, это ничего страшного. Тем более, вам нравится, смотрите, ради бога. Тем более, мы каждый раз, вот сколько мы играем, все равно что-то новенькое, да блин, находим в этой игре. Чем-нибудь, да, она удивит.
например, может сейчас так меня удивить. Давай, Ванюша, быстрее. Фух. Слушай, удивительно, что они почему-то все нарываются на супершреддера, да? Не бьют слабых, а именно высокоуровневого персонажа начинает бомбить. Странно, конечно. Ну что, тут уже, я чувствую, Лига Мастеров 2 звезды уже звенит через 4, может быть, максимум 5 поединков. Пришлось вот этого взять, ребята. Это большой риск, конечно, когда вот в отряде есть Майки. И я уже объяснял, почему. Поэтому здесь надо будет брать еще Усаги. Если он повесит уклоняшку, умудрится, да? То мы с тобой просто запаримся его, этот отряд, разбирать. Так что вся надежда на Усаги. Но, естественно, он вряд ли повесит на него постепенно, и уж тем более сразу его уничтожит. Хотя нет, все отлично. В плане, мой супершреддер по инициативе круче даже, чем Майки 74 уровня. Опа, вот это для меня новость. Вот это для меня сейчас была новость. Я думал, что он будет ходить быстрее, а не мы. Ну что же, большой плюсик супершреддеру. Ну что, 28 позиция. Давай двигаться дальше. Кстати, у нас 65 монет, надо будет потратить это все дело на покупку 3 ДНК, как ты знаешь. И вот здесь у нас уже начинаются ускоренные траты. Потому что мы с тобой уже тратим не один откат, а 2. То есть еще впереди 5 поединков. Если мы будем с тобой брать по 2 отката и плюс десятку мы зарабатываем там, 10 боев мы еще с тобой можем сыграть. 10. Ну слушай, 10 боев это тоже неплохо. Это если не учитывать покупку. А если еще взять то, что мы будем покупать с тобой, например, 10 или 20 откатов, то хо, мы можем вообще сегодня залететь в топчик. Но просто делать этого не стоит. Сегодня что у нас там, среда? Четверг. То есть, ну как бы, еще все впереди, ребята. Так, давай, наверное, возьмем супершреддера. Тут уже уровень, как ты видишь, 74, поэтому вот так вот, и не паримся. Раз, два, три. Единственное, что, конечно, очень медленно у нас идет продвижение по отыгрыванию своих слабых персонажей. Всего лишь 3 можно взять из 4 доступных. Но тут выбор. Либо мы проходим аккуратно, либо мы фейлимся и в итоге поднимаемся очень медленно. С таким успехом можно брать просто-напросто одного Шреддера и Армагона в компанию без вот кого-либо. Да? Или, например, просто одного Армагона. И набрать кучу малышей, которых, естественно, разберут. Естественно, мы получим меньше кубков. Естественно, мы будем медленнее подниматься по карьерке. Ну что, Лига Мастеров 2 звезды мы только что с тобой прихватили. Не хотят они мне повышать ранг. Ну, я в плане покупка. Не дают мне. Дают 17-23. Ладно, берем опять свою старую команду. И раз, два, три. Сегодня пройдем с тобой девичью силу, естественно, с закрытыми глазами, как она и полагается, для галочки. Плюс мы с тобой там получим 2 ДНК. Одну на Кунаичи, другую на Шинигами. Но фармить, хотя фармить, наверное, у нас не получится, потому что это все событие у нас съест весь сыр. Да. Съест весь сыр. И, кстати, сегодня еще, ребята, будет доступен новый ивент в Драконы Всадники Олуха. Через 2 часа я вот захотел, и там написано, через 2 часа он будет открыт. Так что сегодня еще будем играть в Драконы Всадники Олуха. Как ты знаешь, нам нужны с тобой банки, 1000 штук, как минимум нам нужно успеть накопить. В комментариях вы пишите, конечно, что возможно рейд ты успеешь, если будешь заходить каждый день в игру. Но я хочу сделать большую помарочку в этом плане. Не получится, друзья мои, у меня до конца закрытия ивента заходить в каждый день. Сегодня у меня выходной, завтра у меня тоже выходной, а уже послезавтра у меня начинаются 2 рабочие смены. 2 рабочие смены, в которые я просто физически не смогу зайти в игру, понимаешь? Там нет интернет-связи, даже не смогу зайти в телефон, понимаешь? Вот так вот.
Поэтому из тех доступных, сколько нам там, 3-4 дня или 5 дней, да, мы вычеркиваем 2 суток. И получается 3 дня по факту всего лишь у меня остается. И вот как хочешь, так и врывайся. Ребят, конечно, я все возможное предприму, чтобы, ну, получить нам 1000 этих флаконов для того, чтобы взять легендарного дракона. Но вот получится или нет, это уже другой вопрос. Надеюсь, сегодня будет событие, которое хотя бы даст нам заработать немножко баночек. Хотя бы штучек 300-400, это был бы уже неплохой плюсик. Неплохой плюсик, бонусик к нашему накоплению. Также сегодня хотелось бы, наверное, сходить на аренку в Юрском парке. Это мои такие планы. На втором канале уже ближе к ночи я буду играть в Lamentum. Продолжать эту историю странного особняка. И, наверное, сегодня будем бомж-симулятор играть. Все-таки надо его начинать уже. Руки уже трясутся, как говорится, от нетерпения, чтобы начать юзать эту игрульку. А то купил и лежит у меня уже сколько? Ну, больше недели, наверное. Так что приступим. Да и надо как-то грим тоже допройти. Там очень много, ребята, игр на втором канале висит, недопройденных. Плюс еще не забывай, тактические монстры у нас висят. Надо зайти на аренку немножко подраться. Как это все успеть сделать, без понятия. Ну, вот такие вот навскидку у нас планы. Так, ну что у нас там получается? Давай глянем, на какой мы позиции с тобой. Ну что, полтинник уже перепрыгнули, да? 38 место. Откаты у нас кончились, поэтому, друзья, предлагаю вам, наверное, хотел сказать, налить, сходить чайку. Ну, может на паузу нажать и налить чайку себе. А я пойду, пожалуй, пока набью энергию. Откаты кончились, надо добывать. Так, ну что, друзья мои, все рекламки посмотрел, но я тебе скажу одну вещь. Они зажали мне 2 отката. Я 5 реклам посмотрел, должно быть 10 откатов, они мне почему-то только 8 присудили. Не знаю, с чем это связано, но вот такие пироги. Так, давай, наверное, мы с тобой еще докупим с десяточек. Вот таким вот образом. Смотри, 10 купил и вернули все-таки, да, те 2 отката. Теперь их стало 20. Замечательно, не знаю, что с игрой. Ну хорошо, что хоть отдали. Давай тогда сразу мы с тобой монеты потратим в магазине, да? Так, идем сюда, мы с тобой копим. Да-да-да-да-да-да, конечно. Я же привык, что у нас персонажи стоили по 65, по 75 монет. А теперь все, губешки закатай, 100 монет. Не имеет значения, или шинигами, или шреддер, 100 монет. Так что привыкаем к новым расценкам. Ладно, пошли дальше на арену. Нам нужно с тобой сегодня, я еще раз повторяю, вырваться в топ. Ну, почти в топ. Не знаю, выйдет у нас это или нет. В принципе, если очень сильно заморочиться, ну прям очень сильно, то, наверное, получится. И если хватит, конечно, нам персонажей. А если так, будь как будет, то, естественно, ничего у нас не получится. Ну что, давай. Тут, естественно, все на изи. Супер Шреддер плюс Армагон. Они делают свое чисто грязное дело. Давай. Тыч. Нормулька. Естественно, мы с тобой идем дальше и смотрим, какую позицию мы с тобой займем. Если мы сегодня дойдем даже до Лиги Мастеров 3 звезды, а мы дойдем. Слушай, скорее всего, да, мы прям сегодня возьмем топовое место. Не хочу, конечно, сглазить сам себя. И не хочу, как говорится, вас как это назвать-то? Подстегнуть вас, что ли, да? Но есть такая вероятность. Понимаешь, если мы сейчас вот буквально через этот или следующий поединок берем Лигу Мастеров 3 звезды, нам нужно будет только сыграть 10 поединков. 10 поединков на 2 это 20 откатов. У нас уже с тобой где там сколько? 19 или 16 откатов есть? Есть. То есть это вполне реально. Ну, естественно, придется немножко докупить. Докупить — это минималка идет 10. Бакинских у нас с тобой хватает. Так что вообще не вижу никаких проблем. Но если
сильно заморочиться. Можно, конечно, все оставить на самотек, потому что в любом случае завтра мы с тобой продолжим играть. Завтра мы с тобой допройдем смятение с другого измерения, да? Завтра, я не знаю, у нас будут откаты по этим, по новым событиям или нет. Твою налево. Как вот так вот можно жить и не помнить, что сегодня за день недели? Да потому что, ребята, вот эти вот сменные графики, то ты днем работаешь, то ты ночью, они выбивают тебя полностью из колеи. Полностью, ты понимаешь? Ты, тем более, когда вот у нас белые ночи, да, у нас нету летом темных ночей. Вот. И у тебя в голове сумбур. Ты ложишься светло, просыпаешься, у тебя светло. Сколько времени, фиг поймешь. Я помню, еще давным-давно, еще малой был, подрывался в 3 часа ночи и думал, что сейчас 3 часа дня. Вот такие вот пироги. Так, ну что, у нас с тобой 12 откатов еще. Блин, мне кажется, персонажей не хватит у нас. Не хватит персонажей. То есть мы с тобой будем отыгрывать Армагона Супер Шреддера, да? А вот именно, кто с ним идет в поединок, вот этих бойцов у нас может не хватить. Ну ладно, не хватит так не хватит. Я уже там не буду, извини меня, больше 2 откатов тратить за серию. За один тоже, то есть поединок. Ну нет смысла в этом. Так, смотрим. 79-я позиция уже. 79-я. У нас с тобой 12 откатов. Это 6 поединков. 6 поединков. Смотри. 1, да? Так, 2, 3, 4, 5, 6. Да, не хватает. Чуть-чуть не хватает. Я подсчитал по 3 героя. Нам нужно где-то 7, да, поединков. А у меня на 6 даже не хватает. То есть мы будем около с тобой топового места. А может быть возьмем, если мы, например, прыгнем не 10 ступенек, да, скажем так, а 12. Помнишь, у нас такое было? И причем неоднократно. Мы всегда рассчитывали, что вот-вот, да не хватит. А в итоге получалось либо тютелька в тютельку, да, прям вот топчик в топчик. Либо даже с небольшим перевесом. Ну, выше топового места ты, естественно, никуда не прыгнешь. То есть там нету дальше какой-то абстракции, скажем так. Топ, он и есть топ. Все, ты зашел и сидишь там. Вот то, что персонажи, да, очень быстро кончаются. Ну, откаты кончаются, по-моему, быстрее, да? Так, Супер Шреддер выпускает свои клинки. Армагоши здесь тут на подхватике. Топовая, конечно, команда. Из них получается вообще просто... Раньше у нас была какая команда топовая? Усаги и Армагон. Ты помнишь, да, это? Теперь у нас Супер Шреддер и Армагон. Просто я раскусил, вот понял всю суть Супер Шреддера. И он вообще топовый. Так, я не знаю, может быть, такие же топовые будут в свое время и кролики, про которых вы в свое время говорили. Хотя, кто-то мне потом опровергал вот это все. Писал в комментариях, рэй, типа, кролики, ну, никак не сильнее, типа, Армагона или даже того же Супер Шреддера. Надо посмотреть. Я больше уверен, что у кого взломка, наверное, там у многих у вас взломана эта версия. Посмотрите, друзья мои, кролики. Даже вот сравните его атаку, там вот это все, да? Сильнее Супер Шреддера или Армагона, или нет? И напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Только достоверные, желательно, сведения, а не там взятый фиг знает с потолка. Так, ну что? Еще чуть-чуть, друзья мои, еще чуть-чуть, совсем немножко, и мы с тобой будем в топчике. Главное сейчас не лопухнуться. Я взял отряд, где Микеланджело. Микеланджело топовый. Если мы его сейчас не ушатаем. Давай, Супер Шреддер. Ай-яй-яй-яй-яй, вот этого я и боялся. Да ёк-макарёк, вот. Вот это мне как раз и не нужно было. Хотя, Армагон, ты красава. Смотри-ка. Не помог отхил Майки-то. Я не ожидал. Вот серьезно тебе говорю, не ожидал. Ну что же, давай 15-ю... Нет, 18-я позиция. Блин.
Ну, у нас 4 отката как раз хватит на 2 поединка. Как раз мы с тобой возьмем все-таки топовое место, ребята. И это круто. Все, подожди. Раз, два, три. И у нас даже еще остаются бойцы в запасе. Вот оно что. Ну, это вообще круто. Это, ребята, вообще круто. Значит, минималка моей в 10 ступенек, как говорится, переплюнула, да? То есть мы теперь не 10 получали ступенек, а где-то 12, где-то 13. То есть я рассчитывал на минималку, а у нас получилось по чуть ли не максималке. И это круто. Сейчас какое место будет? 9? Третье, ты прикинь, с 18 на 3. Это мы 15 ступенек перелетели. И это все на финале. То есть на финале это последняя, ребята, шкала. Лига мастеров 3 звезды. Это последнее звено, где просто так 15 ступенек не взять. Это должна так фортуна тебе улыбнуться. Или ты должен так разрулить здесь ситуацию. То есть делаем выводы, что в топчике сидят слабочки. Да, ребята, слабачки. По-другому их не назвать. Раз они так легко мне дали пройти, то хай где-то отдыхают и сидят здесь такой средний уровень, я бы так сказал. Потому что я помню, какие были жесткие бои именно за этот топовый трон. Когда там, извини меня, по 6-3 позиции пролетаешь, и ты кусаешь локти, думаешь, да ё-моё, да как же так. А тут ты 15 ступенек пролетаешь уже на финишной прямой. Ну, извините, я умываю руки, ребят. Что я могу сказать? Фарт? Вот и все. Да, друзья мои? Мы с вами взяли высшую лигу. Вот так бы еще высшую лигу брать бы нам с тобой на Юрском парке. Было бы вообще ништяк, да? Ну что, теперь пойдем поднимем уровень персонажа. Теперь мы накопили с тобой мутагены. У нас аж 20... Ну, почти 29 тысяч. И это у нас Леонардо оригинал. Так, 55 уровень взял, 56. Вот так. Шикарно. Забираем здесь с тобой награды. И пошли с тобой на девичью силу. Погнали. Так, тут уже все у меня стоит. В автоматическом. Кстати, Рафаэль надо убрать, мне кажется. Хотя... Ладно, пускай стоит. Ну, просто вместо Рафаэля можно было бы взять кого-нибудь с массовой атакой. И тогда бы просто прогресс бы у нас быстрее шел. Но, в принципе, Рафаэль как провокатор. Провокацию он, конечно, очень редко берет здесь. Ну, очень редко. Но если он ее возьмет, ты сам знаешь, что будет. Будет всем кирдык. Потому что его атакуют, он в ответку делает контратаку и, как говорится, по накатанной всех уничтожает. Ну что, тут, естественно, ребята, первые бои, первые вот эти вот поединки, они проходятся с закрытыми глазами. Я тебе даже больше скажу. Все это испытание, все это событие проходит с закрытыми глазами полностью. Потому что персонажи здесь для этого ивента перекачаны. Понимаешь? Соточка, чистая соточка здесь стоит. То есть топовая команда против... Тут, по-моему, максималка, если не ошибаюсь, 70 уровень. 65-70. Вот самое последнее испытание будет 70, по-моему, левел. Что для нас 70 уровень? Ничего, просто растереть и выкинуть. Так что, ребята, можно было бы, наверное, даже это событие и не проходить. Да? Я имею в виду на съемку. Можно было бы его просто за кадром снять, да и все. Тогда получилась бы короткая серия, блин, понимаешь? Короткая серия, то есть это, получается, была бы только арена. И все. Я еще... Ну, жетоны, ладно, ребят, я не буду снимать на видос. Жетоны я уже набью сам. Сам знаешь, жетончики нам нужны. Сейчас основной профит у нас идет именно на жетоны. Потому что, ну... За монеты нам остается всего лишь приобрести двух персонажей, да? Это Шреддер и Кунэйчи. Не Кунэйчи, а Шинигами. А после уже все. Монеты у нас с собой, как говорится, откладываются в долгий ящик. Они будут копиться. Они будут копиться для чего? Для осколков. Хотя, если честно, я не понимаю, нафиг мне эти осколки нужны.
Сейчас вот мы с тобой серебряных последних трех персонажей переведем в золото, и все. Серебряные осколки отпадают сразу же. Золотые тоже. Почему? Потому что все герои будут уже в золотом ранге. А золотые осколки нужны только лишь для того, чтобы перевести их с серебряного, по-моему, в золотой ранг. Конечно, могу ошибаться, но факт то, что когда они уже получат звезды золотые, 4 или 5, все. В них надобность, друзья мои, пропадает. И остается жетон. На жетоне мы с тобой еще будем очень-очень долго плясать. А после жетонов, когда уже на жетонах мы с тобой отыграемся, будут эпические сражения. За что? Да-да, на прокачку скиллов, именно за элементы. Чтобы прокачать героям скиллы до 7 уровня. Но вот это будет, ну, пятилетка. Минимум пятилетка, потому что, ребята, прокачать все скиллы на 7 уровень — это не так просто. Тем более гербы даются очень-очень редко, а основная валюта там именно гербы. Ну что ты? Это Ирма. Да-да. Ну, якобы Ирма. На самом деле это робот Крэнгов. Подосланный, да? Вот и все. Мы с ним разобрались, даже не поморщились. Так ему и надо. Что-то у меня голос охрип. Наговорился от души, называется, да? Ладно, двигаемся дальше. Так, тут у нас еще два... А, ну да, Алапекс. И после Алапекс уже будет Шинигами. А после Шинигами, по-моему, Кунаичи. Так, да? Что-то... Так, ребят, глоточек кофе надо сделать. А тут что-то действительно... Голос пересох. Голос пересох, ничего себе ляпнул. Так, ладно, давайте рубашить здесь всех. Без проблем. Третья, четвертая волна, нас это как бы уже не колышет. Они здесь, естественно, всех разрулят. Не знаю, сегодня вот будем ли мы делать Рика и Морти. Хотелось бы, конечно, получить два последних значка и сразиться с членом совета. Ну вот ты заметь, да, как только мы с тобой получаем какого-то гибрида именно в Рик и Морти, например, там 54 уровня, все, сразу же автоматом повышается уровень врагов. Причем этот уровень врагов, несмотря на то, что, например, он на 10 уровней меньше меня, он просто ушатывает всех моих Морти. Ну как это может быть, а? Что это за несправедливая имба? Ну что, вот мы с тобой и добрались до последних двух эпизодов, где мы будем получать с тобой ДНК на Шинигами и Кунаичи. Так, и уровень, ну вот смотри, видишь, 60-й. Об этом я тебе говорил, что максималка здесь 70. И у босса, по-моему, 75-й. Так что для сотого уровня это вообще ни о чем. И несмотря на это, что ивент вроде бы легкий, у меня до сих пор не прокачано Шинигами и Кунаичи на соточку. Да-да. Интересно, да, факт? Вот так. И, кстати, я поздравляю всех, друзья мои. Вы пишите мне в комментариях, что я получил там того-то персонажа, я перевел там в платину, в ранг. Я вас всех поздравляю с этими событиями. Это очень круто, когда ты какого-то персонажа переводишь в ранги, да, или по уровню. Ну, по уровню их немножко попроще, конечно, на начальных стадиях. А вот по рангу именно, с золотого, особенно в платиновый, это, конечно, нужно постараться. Поэтому... всех трудяг я поздравляю с их достижениями. Так, ну что, тут Кунаичи выпендрилась, естественно, получилось звездюлей. И мы переходим с тобой на пятую волну, где у нас стоит Ирма. Как ты можешь понять, что Ирма сейчас тоже получит по первое число, несмотря на то, что она какой там 65 уровень, наверное, да? Так, Усаги делает баф. Раф встает в стоечку. Все, ребят. Это даже не стоечка, это была ярость Рафа. Одного Шреддера было... Ой, одного Шреддера было достаточно для того, чтобы разобрать эту Ирму к ядрене фене. Она даже ничего не сделала, прикинь. Вот я об этом тебе и говорил. Ну что, Шинигами мы получили. И остается последний поединок. Это
Куныча. Остатки сыра, если такие будут, мы с тобой спустим на поиски Бибопа и Рокстеди. Я думаю, не надо объяснять, зачем эти персонажи мне нужны. Так, минусанули. Кстати, Пит у нас, да, скоро, скорее всего, перейдет в золотую лигу. То есть в данный момент он у нас находится в серебре. Но, насколько мы помним, там не хватает нам, по-моему, 10 ДНК, чтобы его перевести в золотой ранг. А дальше уже... А дальше уже что? А дальше придется еще дальше фармить на него, естественно, ДНК. Так как очень-очень редко они выпадают в событиях. Это событие вообще очень редко, когда... А, не мутанты эти, да? Когда мы с ними деремся. Там же у нас входит Кожеголовый, там же у нас входит Слэш, Пит... Вот именно на них. Но зато Рокула мы прокачали. Это тоже хорошо. Так, ну что, друзья мои. Четвертая волна. Это предпоследняя, получается. О, правильно, Армагон. Нефиг с ними тут тюткаться. Вот еще бы Супер Шреддер сделал бы свои вот эти вот шипики. И цены бы не было. Ну-ну, все, Ирма, все, мы знаем, знаем прекрасно, что это ты. Можешь даже не раскладываться, можешь сразу ложиться и сдаваться. Угу, конечно. Так, рубанули и добили, все. Один ход Рафаэля и два хода от Усаги и Дзимба хватило для того, чтобы завалить последнего босса на этом событии. Ну, а мы с тобой забираем ДНК. Смотрим, сколько у нас с тобой осталось сыра. А сыра у нас осталось 33 штуки. И значит, мы с тобой можем... Подожди секунду. Видишь, тут, конечно, хорошо, ребята, фармить. Но вот здесь очень много мусора. Да, если фармить, то эпизод 7 здесь вообще не стоит. Но опять же, морозильная кошка и Алапекс, ну... Не вперлись они нам ни в одно место, понимаешь? Не вперлись. Поэтому переходим с тобой сюда. Берем вот эту вот классическую бойню, эпизод 2, и пытаемся получить 2 ДНК. Но смотри, игра встает в позу. Нет, все-таки дает мне 2 ДНК на бибопчика. Так, тут жетоны. И Рокстеди вытянули. Вот совсем-совсем другое дело. Рискнем. Сколько тут? 5, а у нас 9. Ну давай, один разочек. Хоп. Да, и мы получаем ноутбук Дона. Ну, не все, как говорится, коту масленица. Так, что я еще хотел? Что еще хотел? Я уже и забыл, что я хотел. По-моему, друзья мои, все, что хотели, мы сегодня сделали, да? Уровень персонажа мы подняли. За кадром я сейчас пойду набивать вот эти жетоны. Жетонов-то у нас вообще сколько? Давай хоть глянем навскидку-то. 125. Ну, плюс здесь мы где-то будет около 300 жетончиков мы с тобой нафармим. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.